Хотел бы узнать, Майкл, а что, по вашему мнению, означает психология и как вы ее интерпретируете для себя? Что такое психология? Ну, это сложный вопрос. Если отвечать с точки зрения там, энциклопедии и Википедии, но опять же для меня, да, это ключевое слово для меня, я по-другому отношусь, хотя чуть ли не полвека я этим занимаюсь, если не, действительно не полвека. Но меня интересует не психология с точки зрения психологии, какое-то слово такое уже всем известное, затертое, а внутренний мир человека, как он думает. Вот это с точки зрения меня, как психолога, занимающегося этим вопросом, меня даже не интересуют ответы человека на вопрос, который я задаю. Меня интересует, как он трактует ту или иную ситуацию. Потому что вопросы это, ну, есть, скажем, журналисты, они задают обычные вопросы. Там, как вы там, где-то, это все есть, да. Но меня интересует, как человек воспринимает эту информацию и как он ее отдает потом в обратной связи. Поэтому психология – это внутренний мир человека, ну, так сказать, чтобы очень упрощенно.